Приветище, это Next Spion, и мы продолжаем проникновение в базу Виктора. Я сейчас обрел новую способность в виде невидимости, чтобы проходить лазеры. Как видишь, они меня не засекают. И также могу обратно вернуться в форму Нека. Но она мне сейчас пока что не нужна. Нам нужно пересечь эти лазеры, отрубить их, чтобы мои помощники прошли. Вот так вот. Дедуль, сынуль, проходите, все бучком. Я все отрубил, я все сделал за вас. Опа, бригада Викторов. Кстати, говорят, что это не люди, это голограммы какие-то. То есть людей здесь в принципе нет. Это голограммы, роботы и все такое. Тут у нас что, есть тайнички? Нет тайничков. Насчет тайников, кстати. Все говорили, ты пропустил дофига дверей, красных, коричневых, синих. Напоминаю, что я все двери бил, и они не открываются, в них нельзя было пройти, поэтому не переживайте. Сейчас даже вот эту дверь попробуем ударить. Уверен, что там нет тайника. Собрали, значит, янтарь. И вот самое главное, сможем ли мы мимо пройти или меня засекут? Проверяем. Нет, меня засекли, убегаем. Форма моя где? Реликты, вернитесь ко мне. Фух, я ж думал, все, и надо возвращаться обратно за ними. Они не хотели ко мне возвращаться. Итак, сейчас я, значит, разбомблю. Уходим. Ай-яй-яй-яй-яй. Оу. Опа, вернулся. Нате. Как я неожиданно всех размотал. Так, но тут двери по сюжету открылись, то есть, как бы... Это все понятно. Идем дальше. Форма невидимости. Пробегаем. Главное не забывать форму невидимости включать. Вот, кстати, здесь вот можно что-нибудь разбомбить? Может, тут вот... Нет, тут вроде ничего не бомбится. Ничего не ломается. Ладно, окей, идем. Здесь. Снова ты, дружочек, пирожечек. Ладно. Погоди, а вот тут можно запрыгнуть? Нет. А здесь? Жалко, на коробке запрыгнуть нельзя. Почему нельзя на коробке запрыгнуть? Это было бы круто сверху на них напасть. Оба! Выкусил. Шарик, вон тайник я вижу. Хотя, слабо назвать это тайником. Такие решетки дырявые. Запалить можно даже самому незрячему чуваку. Ладно, собрали реликты. Вот тут вот есть что-то. Надо уменьшиться и там пролезть. Там по-любому тайник. Давай уменьшаемся. Пошли. Сходим. Чего? Да, там сундук. Что же в нем? Что же в нем? В этом сундуке. Ой, да. Вот эти штуки. Аметистовые реликты, которые дадут нам доступ к темному Неку. Все в комментариях писали, хочу посмотреть на темного Нека. Ну подождите, 16 еще реликтов таких надо собрать. Реликвий. И тогда у нас будет темный Нек. Это прям как это... Фильм про этого, про Шазам. Там этот же появился, Черный Адам. Значит, проходим. Ребятки, спокойно. Ай, прям в него подлетел, не туда вернулся. Ну ладно, ничего страшного. Отсюда? Да вы что, издеваетесь, что ли? Ладно, я сейчас быстренько. И все появились заново? Да ну... Да не... Да вы прикалываетесь. Ладно, зато янтарь поднакомим, нафармим. Пошли сейчас на изи-бризи. Давайте. Бах, выкусил. Уворот. Нате твою красную башкень. С красными глазами. Трансформируемся. Пробегаем, отключаем. Когда ты знаешь, что кого, вообще все на изи проходит. Легкотня, хоть и сложность нормал. Не успел. О, зато я успел или не успел. А не важно, что я успел, не успел. Вот так вот. Сейчас здесь здоровье поднакопим. Ну давай запрыгивай, что ты такой большой, здоровый, не можешь запрыгнуть. Так, идем. Че думаете, так просто сейчас со мной разберетесь, да? На тебе. Оп, мапа. И тебе в башку тоже. Отлично. Здесь пробиваем решетку. Подожди, а тут точно не было тайников? Не, вроде не было. Все пучком, все хорошо. Я невидимка, я шпион. Забираем реликты. Отдал честь дедули сынули. Привет, парни. Так, в начале мечника, наверное. Ну, кокошек. Оп. Ракета-ножиц. На тебе. Красивенько удел. Тайников нигде нету. Снова неко-шпионовский скин. А где рубильник, чтобы подключить лазеры? Лазеры. О, вот это надо обязательно. Подожди, вот дверь, смотри, вот дверь есть какая-то. Давай попробуем. Видишь, дверь не пробивается, то есть это никакой не тайник.
Так, вот еще один тарчик. А вот это уже тайник. Пылесос, одарили ты мне свои. Жалко, конечно, люстры нельзя разбить. Люстры, кстати, какие-то синие, голубые. Они как бы... Воу-воу-воу, полегче, полегче, вы что? Я ж тут один совсем одинешенько, а вас трое. Блин, еще раз ударил, не успел вернуться. Только не говорите, что я с самого начала сейчас побегу. Фух, отсюда. Ну, отсюда ладно. Отсюда можно. О, вернулся. Хотя летел прямо, прямо на него, прямо на его меч. Опа. Бабах. Ладно. Собрались. Реликты мои собрались. А. Да. Все, все неплохо, как кажется. На самом деле, фармим янтарь. И у меня уже две ульты накопилось. Благодаря моим смертям. Что тоже не... Нет. Что тоже очень хорошо. Ладно, парни, вот так вот сделаем. Ульта! Ультана! Ха-ха-ха! Ушатал всех. Ой. Так, здесь реликты лежали, я их подобрал, это здорово. Там еще и янтарь. Бах, бах, бах! Как я их отвидел! Просто одному вот так, другому сяк, и третьему а-та-та. И красиво. Очень здорово вышло. Всегда бы так. Ну, Нек? Красавчик. Как ощущения? Как будто все во сне. Так странно. Моя сущность не хочет расставаться с этим надолго. Ты что, наркоманом, что ли, становишься? А? А, кстати, можно вот по этой штуке ударить? Нет, нельзя. Ну, поехали на лифтике. Так, мне почему-то кажется, что вот эти вот все осколки невидимости, да? Они на Нека как-то влияют, и потом это скажется. Потом это скажется. Ну чё, братцы-кролики, давайте. В лазер главное не наступить. Главное в лазер не наступить. Ну давай, ударь уже, ударь. Ой-яй-яй-яй-яй, как они выкусили по своим черепухам. Хотя у них нет черепух. Здесь обходим. Я, конечно, могу форму свою применить невидимости и как бы спокойненько тут пробежать. Но я и так пробежал. Таники. Еее, реликты и янтари. Блин, еще на одну ульту не хватило. Одна ульта есть, а вот на другую. О, вот здесь вот тайничок. Вот здесь вот тайничок. Запрыгиваем. Если это, конечно, тайничок. Может, тут по сюжету. О, да, это тайник. Тайник. Хорошо. Вот и ульта вторая накопилась. Даже на третью чуть-чуть пошло. Здорово. Мне, конечно, тоже нравится его вот эта вот форма невидимости, но... Она как бы такая себе дохленькая. Да что ж такое-то? Чё ты промахиваешься, Нек? Ты посмотри, нам пол хп уже отняли. Это как бы вообще не круто. Очень не круто. Так, что-то здесь кто-то есть. И вот этому втащи. Нет, не успели. Втащи ему. Да хоть как-нибудь. О, да, хорошо. А то... Чё это не просрали. А таташки нам не сделали. Рубильник. Здорово. Ой-ё. Реликты забираем. Реликты нам нужны. Ой, тут сейчас будет, конечно, вообще... Я только лазеры пробегу, и меня сразу начнут атаковать. Поэтому надо быть очень... настороже. Один получил. Другой тоже. Эй, ты чё не сдох? Теперь сдох. Ну, хорошо. О, я стал больше. Я явно стал больше. А можно назад? Я там забыл так тайнички посмотреть. Охраны. Интересно, что там задумал Виктор? А тебя не смущало, что раньше было тоже дофига охраны? Говорит, так много охраны. Всего два охранника, это фигня какая-то. А не охрана. Смотри, можно вот сюда вот. Вот сюда пойдем. Янтарчик. И дверь тут открыть. О, здорово. А, это мы лазер отключили. Да? Ну да. Но появились дроны. Дроны с лазера расщепительными всякими штуками. Где еще один? Вот так вот. Но, ребятки, я знаю, как с вами разобраться. Оп, и все. Я хотел ультануть, но думаю, ладно, не буду тратить ульту на них. Слишком,
Слишком они на себя много берут, эти ракетчики. Ой, братцы, кролики, а чё вы сюда подъедь. На тебе. Ну давай, ты тоже подъедь. Опа! Тут прыжок. Кульбит. Кувырок. Снова реликты. Ой-ё. Йо-йошеньки. Ладно, здесь сейчас ультанем. Наверное, ультанем. Я бегу в разные стороны змеечкой. Чтоб меня... Все, настал момент. Нет, как? Момент настал, примега стал. Все, пошли. Поехали. Прыжок. Отлично. В рукопашку я не пойду. Фармируемся. Отлично. Ну, с этими-то легко будет. Воу-воу-воу, сколько вы кидаете-то всего. Красава. Сколько они в меня выстрелили. Янтарчик еще. Надо было ульту заюзать, слушай. Дедули, сынули, пробежали. Лукас, да, его зовут? Я все забывал, как парнишу зовут, его Лукас зовут. А дед просто дед. Что-то интересненькое тут. Он использует гигантские реликты в каком-то двигателе. А знаешь, как он эти реликты достал? Двигатель для аэрокара крупнее в 1000 раз. И он может поднять механизм в 2 мили длиной. Ему орки принесли эти реликты. Он же сказал, что у них очень много реликтов. Давай просто спрыгнем, я эти реликты заберу, и мы разнесем к чертям базу Виктора. Как тебе такая идея? Тут тайников, кстати, нет. Закрытая дверь. Ладно, окей, идем дальше. Мы не ищем легких путей. Вот, смотри, робот. Приветик. Приветик, ты какой-то крутой. Ну, по крайней мере, кажешься крутым. Оу, как он меня, а? Как ты меня? А как я тебя? Да он, конечно, мне больше урона нанес. У меня был фулл хп, а теперь у меня... Нифига. Фулл хп у меня где-то там, далеке. Давай! Вот так вот. О, смотри, это что было? Это у него такой меч, типа, не успел свернуться. Там такая, знаешь, осколок какой-то был. Светящийся. Я думал, может, его впитать смогу. Но нет. А дайте мне реликтов. ХП надо пополнить. Ой, блин, опять вы здесь. Уворот. Ох ты ж. Спокойно, не паникуем. Главное не паниковать. Как? Я ему на башку приземлился. Почему он меня тут... Так, иди сюда. Давай махач. Вот, они очень легко разматываются. Хм, странно как-то. Очень странно. Привет. Повернулся. Коко-комбо! Сейчас, я хочу размотать того робота. Он меня прям выбесил. Иди сюда. Вот так вот это делается. Агрессивно очень. Просто бегаешь и разматываешь. Че, парни, хотите агрессии? На тебе. Ты тоже сейчас выпустишь. Конечно, я тоже отхватил, но ничего. И тебе тоже. Вот так вот. И мы сейчас подхилимся. И у нас все будет хорошо. Так, подожди, а эти двери можно сломать? Нет, двери не ломаются, чтобы потом мне не говорили, что я пропустил двери с тайниками. Ух ты, какой интересный месяц. О, роботы. Большие роботы. Ну давай, покажи, на что ты способен. Был робот, да сплыл. Слушай, после того робота, в который сел орк... Ой, они взрываются, оказывается, эти ящики. После того робота, в который сел орк, как бы вообще фигня. Ну вот я же сказал, что они взрываются. Нафига я это сделал? Скажи мне. Да, это тупанидзе, минидзе. Короче, мне не страшны вот эти чуваки. После того робота, в который сел орк. Вот что я хотел сказать. Потому что там он был бомбезно-крутезно-чумовой. Этот робот. Я бы такое себе тоже сделал. Ой, сколько вас здесь. Да вы что, думаете, я буду с вами драться? Прикинь, я хотел ультануть. У меня израсходовался янтарь. И меня все равно распилили. Да уж. Это была плохая идея. В гущу запрыгивать и разматывать их, да? Либо меня размотал лазер. Как бы одно. Давайте, бегите сюда. Вот что я хотел сделать, как бы очень просто и легко.
что думали, я с вами по-честному буду драться, что ли? Вас так много, я один. Двери не ломаются, я все проверил. А мне хорошо, хотел сказать, и там толпа людишек. Голографических людишек. А, они еще и с ракетами там, гляди. Ну ладно, чё, мы сейчас на изи-бризи их оббежим. Давай. А-та-та-та-та-та-та. Я, конечно, могу. Один сдох. В этой форме очень опасно, но я справился. Ох, как мне повезло. Моей реликвитивной жопке. Да, ух. Здесь ничего нету, интересно. Платформа высовывается. Успели. Вот здесь что-то есть. Ну-ка. Там сундук. Пожалуйста, ну сундук, дайте мне сундук. Ну ладно, отхилка тоже неплохо. И янтарь тоже. Ну, надо радоваться мелочам. Бегу, спасать народ. Обожаю трансформироваться просто. А, вы тут уже ждете меня? Ну ладно, пошли. Смотри, какой здоровый бугай. Привет, мальчики. Я побежал. Уга! Я вас напугать хотел. Не получилось что-то как-то. Так, минус два робота и тебе. Ну, последний удар. О, еще двое. Красава, двое. Вот от этого. Почти готов. Вот так вот. Твоих зараз. А что так много роботов-то? Что началось-то, братки? Опа, в спину мне дал. Нету ворот. Ворот. От этих вот... Только не сдохни, пожалуйста, Нек, пожалуйста. Да что происходит-то? Какого лешего? Шуш. На тебе. Ну дай ему. Вот красавчик. У меня силух вообще нету. Силух. Мать вам, нафига. Я думал, я тут кочегрыжусь. Откинуть все свои реликты. Последние. Но управился. Здесь можно спрыгнуть? Ух, да, отхилился. Здорово. То, что нужно. Балдежно. Ага, это вселяет надежду. Пара зацепок всегда найдется. По-моему, вы просто хотите заполучить гигантские реликты для своих целей. Ты прав, Лукас, так и есть. Давненько я так не веселился. И я буду признателен, если ты поможешь разобраться, откуда они взялись. Так, это напоминает план шахты. Да, и подробный. Он отметил все места, где были найдены гигантские реликты. И чем глубже, тем больше, пока путь ему не преградила эта дверь. Хо-хо-хо-хо! Вообрази его разочарование! Он нашел достаточно реликтов для двигателя, но на этом все. Доктор? Да, Нек? Кажется, я ключ. Да, так сказал Вектор. Нет. Думаю, я и есть ключ. Вот отверстие в двери. Каждое имеет форму одной из моих частей. Вот грудь. Вот голова. Виктор думает, что я открою дверь. Тогда остается лишь один вопрос. Где? Это шахта. Это шахта Трогдо. А? Вон там, смотрите. Старый замок Виктора на вершине холма. Великолепно! Отправляемся в путь. Ну все. Мы разоблачили Виктора. Только я бы на самом деле в эту шахту не спускался. Там явно попахивает чем-то не очень хорошим. Ой. Здравствуйте. Янтарчик мой, все. Ну че, выходи ко мне один на один. Опачки. Урод. Не успел вернуться. На тебе! Но ракета получил. И тройка тут вот так вот. Я психанул немножечко. Просто психанул. Совсем чуточку. Все. Расслабляемся. Релекс. Ну какой релекс, смотри, две ракетчики выбежали. Две. Два. Может, это две. Мощные девчонки выбежали. Да вы в меня никогда не попадете. Вы косоглазые, красноглазые. Тайник. Дайте мне тайник. Вот, пожалуйста, спасибо. Я так мечтал о тайнике, в котором был пылесос. Да уж. Мечта. Просто мечта. Вначале с роботом надо разобраться. Давайте, идите сюда. К лазеру я не подойду, даже не это.
Не мечтайте об этом. Опа, увернулся. Нет, не увернулся. К лазеру, крыла, как... Пойдем с ракетчиками разберемся. Оп. Готов. Ну что, запрыгивайте. Запрыгивайте сюда, кто-нибудь. Кто борзый самый? Давай, прыгай. Прыгай, давай, давай. Опа. Да ладно, я вот так вот сделаю. От. Уверот. Ох, как я с лестницы их. Они думали, что меня раскидают, конечно. Даже лазер им не помог. Ага. Реликты старых часов. То, что нужно. Открывайся, двери, Сим-Сим, откройся. Мы настигли самолет доктора и сбили, но он был пуст. Им управляли дистанционно. Будьте начеку. Полагаю, они все еще на территории. Да, мы никуда не уходим. Чего вы добиваетесь, Виктор? Весь этот хаос ради гигантского самолета? Значит, вы видели двигатель. Впечатляет. И все же это лишь игрушка. Несмотря на всю мощь, кучка гигантских реликтов бесполезна. Но скоро у меня будет их неограниченный запас, и многое станет возможным. Что? Захват мира? Я вас умоляю, какая проза. Но, доктор, вы-то почему здесь? Неужели вы тоже ощутили их зов? Вы должны быть в гоблинском поселении с Райдером выяснять, откуда у них взялось все это оружие. Но вместо этого вы вламываетесь в чужие дома. Напоминаете мне прежнего доктора. До того, как Шарлотта вас приручила. Не смейте говорить мне о Шарлотте! Хватит! Виктор, пакуй чемоданы. Ты отправляешься в очень долгий отпуск. Да ну нафиг! Меня тетка ушатала. Сюда. Спасибо, Катрина. Это что за Tomb Raider нафиг? Ну вот. Глава 4, часть 4, погоня. Теперь мы Виктора преследуем, да? Я бы еще сверху на него прыгнул, на пузо ему, чтобы его растоптать. Ну ничего, че вы плететесь, как девочки? Опа, на тебе, в харю. В Марю харю. Оп. Он мне дал по жопе, да выпендрился. О, ой. Вот так вот. Вот. На меня хотелось прыгнуть. Ты посмотри какой, а. Чё вы тут свои джедайские мечи повытаскивали? За спину удар. Я чувствую себя в клетке. Бойцом ММА, ё-моё. Рестлером. Великим рестлером, который все просто в клетке всех раскидывает. Смотри, можно на второй этаж поднять. А, нет. Нельзя. Смотри, они уходят. Угу. Вижу. Вперед за ними. Вперед. Ящики-подрыватели. Так, с ними надо быть поаккуратнее. Вначале я разберусь с тобой. А теперь ты. Прыгать надо будет сейчас. Я точно сюда спрыгнул, правильно же? Вроде да. О, янтарчик. О, и реликты, здорово. То, что нужно. Ладно, побежали, чё. Бегу. Бегу. Дальше есть что? Нет, туда нам не надо, там электричество. Двери можно вышиб? Двери вышиб. Вот такие двери вышибаются. Что тут у нас? Это... Показывать уже, что это такое. Деталь счетчика комбо. А, понятно. Третья деталь из семи у меня теперь есть. Неплохо. Но мне, конечно, другие детали нужны. Там тайники искать и реликты искать. Вот это я обожаю. Готов. Пока он открыт, надо к нему как-то... Вот. Туда. А, щит ставит, негодник. Со спины зайдем. Ладно. Не проблема. Тут нет реликтов сверху? Нет, походу нету. Бегу. Они вон там бегут, сверху. Мы обратили их в бегство. Нек, скажи, как так вышло, что тебя девчонка уделала? Какая-то женщина, хрупенькая женщина. Ой, они подрывные. Как так вышло, расскажи мне. Ты чё, расслабился, что ли? Негоже так расслабляться. Особенно, когда ты не дома. Так.
Парни, я иду, чтобы навалять вам по попцам вашим жирным, тощим или... Ну, вон того, опять, жирненький, а у этих тощий. Не успел, не успел. Ай, прям в лазер, ты что такое-то? Выкусил? А, он еще живой. Теперь дохлый. За спину зайти надо ему. Давай, за спину, за спину, за спину. Еее! Вот как с ними надо разбираться. Просто за спину заходишь, и все. Четкий лифт, убегаем, слушай. На крышу. Как в торговом комплексе. Тут есть вот такая вот штука. Мы сейчас по ней поднимемся. Не переживай, пацан. Все в наших руках. И даже победа. Бо! Как Халк ударил о землю. Да ты до меня не достаешь. У тебя ручонки коротенькие. Если бы у тебя еще руки были. У него какие-то эти буры. Здорово, парни. Раскидал просто. Правда, сверху меня, конечно, достал этот негодник. Вот и все. Опа. Что у нас здесь? Еще тайник. Ништяк. Ты посмотри, какой он массивный стал, здоровый. Это что за деталька? Детали расширителя времени. Атаки по врагам без получения урона дадут эффект замедления. А, да, вот это классная штука. Еще три штучки найти, и будет у меня эффект замедления. При комбо. Куда нам идти-то? Наверх. Вот сюда надо запрыгнуть. Запрыгнули. Рубильник. Включился лифт. Сейчас тут вражины поднимутся, да? По-любому, вот 100%. Там нет моего дяди, ну, в смысле, старичка и пацанника. Да, их тут нету. Как я тебя уделал? Ух. Обожаю замедление. А что, вот эти ящики, не? Нифига? Ну ладно. Сюда можно куда-то запрыгнуть. А нам сюда и надо, подожди. Здесь ничего, никого? Нет. Никого, ничего. Ракетчики, ты слышал, как они подняли свои стволы, чтобы в меня пукнуть. А мне пуки ваши вообще. Как муравьё, муравью зернышко поднять. Да, вот так вот. Муравьи же, они могут 20 раз, если не больше, поднять свою, больше своего веса. Если не в 200. Ладно, хорош с вами тут в куколки играть. Вот так я сделаю. Да достали меня эти роботы уже, если честно. Ох, сколько реликтов-то выпало. Шикарно. Блин. Почти, мы их схватили, почти. Вот чуть-чуть осталось. Сейчас этим супергероем в масках трусы натяну на голову. Просто непонятно, что происходит, но я разматываю очень сильно всех. Нет, ты не выстрелишь. Он сразу сдох. Пошел вон. Увернулся. Вот это разнос! Ты посмотри, что происходит. Я в бешенстве просто. Лови самолет, не отпускай его. Как Халк, держи его просто. Нет, так не прокатило. Мы сведем с ними счеты позднее. Ну, мы нашли, что искали. О, мой самолет. Как мило. Нек, Лукас, садитесь. Мы летим к шахте Трагдо. Подожди, с чего тут самолет его делать? Его ж разбили, его подбили. Эх, оставили свои реликты-невидимки. Вперед за Виктором! Шахта Трагдо. Нет связи с Райдером. Итак, повторим еще раз. Вы предлагаете пробраться через потайной вход, незаметно пройти несколько миль по тоннелям шахты, а затем Нек откроет дверь. Ах, да, и еще. Ни слова Райдеру о том, что мы замышляем. Да, примерно так. И что касается связи с Райдером... Ты когда-нибудь видел подобное? Это Халабот? Именно. Разыщет его, где бы ни был. Райдер, мы вытащили Лукаса. Но Виктор задумал что-то странное. Мы направляемся в шахту Трагдо на разведку.
Похоже на веб-камеру. Ха. Летающую. А теперь в шахту. Я готов. Я всегда готов. Итак, я какая глава? Сто лет не был. Глава пятая, часть первая. План доктора. Паук! Какой паук? Ты чё? Смотри, какой. Милый паучок. А тут уже не милый. Ой, он едким каким-то веществом пуляет. Не-не-не, не успеешь. Ну, короче, мы снова в пещеру вернулись, да? В шахты. Что ж, тут будет довольно мило. Чуть-чуть сейчас пройдем и будем закругляться. Ой, еще паучки висят. И загасились. Забавные такие пауканы. Мне прям они зашли. И пофиг, что они едким каким-то кислотным веществом пуляются. Ребятки, я пришел с вами поиграть. Например, в футбик. У вас такие попки, что очень удобно будет в футбол играть ими. Реликтики соберем. О, тайничок. Тайник с янтарями. Так. Чё ты мне машешь? Я ж не слепой. Пошли. О, как это вы туда пробрались за паутину? А чё это вы мне тут... А чё вы мне не помогли? Не зачистили вот эту фигню? Вот эту летучую мышь? Не уничтожили? Да. То есть я им путь зачищаю, я им помогаю, они вот так вот со мной. Ну, дедуль, я от тебя такого не ожидал. Конечно. Готов. И паутина исчезла после победы. Как это символично. Здесь тайник? Нет? Тайник, смотри. Ай-яй-яй, но, блин. Уши, ой, уши. Мыши эти летающие, они этим стреляют. Низкозвуковыми волнами. Или высокозвуковыми. Это сейчас имеет значение, нет? Мне кажется, нет. Они меня ушатали, и вот это имеет значение. Но теперь я полон сил, и сейчас я их сам ушатаю. Блин, по два раза стреляют, это, конечно, не круто. Они... Ох, как я ему поползал. Или по пуканищу. Почему-то я ему там надавал. И по хвосту тоже. Здесь-то никого больше нет? Ладно. Я иду искать тайник. Я надеюсь, что я все-таки соберу в ближайшей серии, наверное, даже в следующей, уже какую-нибудь технологию, которая мне поможет облегчить игру. Хотя в комментариях пишут, что они как бы не очень значительно придают сил. Но спасибо, что помог, парниш. Хоть где-то от вас толк есть. Там внизу что, гоблины? Нет, их уже давным-давно нет. Зато есть другие твари. Куда более опасные. Да ты что? Например, я? Например, Нек? Тут ничего разбить нельзя. Обваливающийся пол. Бежим, скорей. Вот так вот. Мышки-пички. Пищавые мышки. Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, мощная кислота. Очень мощная. Вот так вот. Да ты что такой жучий-то? Два удара тебе мало, что ли? Мышки какие-то мощные пошли. Пухленькие. О, реликты, отлично. Мне бы сил поднабраться, слушай. Я бы как бы уже... Ого, я уже поднабрался. А что это там за монстры такие красные стоят? А, мы направляемся в активную часть шахты. В активную часть шахты. А, вот кто это такие красные. Это мужики. Снова голограмма. Последний удар. И убегаем, чтобы не подорваться. Они меня напоминают, эти гренадеры орков. Вот вообще капец. Схожие чуваки. Паучки, нет, не плюй. Достал меня все-таки. Ах ты. Вот это что такое? Реликты там есть. Тут нет никаких тайников, ничего не пропустил. Ты в оба смотришь? Напоминаю, что мне нужно писать в комментариях о пропущенных тайниках. Я возвращаюсь и потом их собираю. Как там глубоко. Привет, парни. Вы этот Нека не видели? Ой, граната сколько. Вон туда можно пройти? Мне кажется,
Эх, нет, я думал, я смогу это сломать и пройти. Но, увы. Нельзя. Снова мышки. Но у меня теперь форма другая, я побольше. Я побольше с одной плюхи выношу их. Так что... Все в мою пользу сыграл. О, тайник. Как-то чисто случайно тайники замечаются. Самое... Вот на самом деле тайники с янтарем, там, с реликтами, это все фигня. Мне главное не пропустить с реликвиями тайники. О, да ты по два раза стреляешь, ты крутой. А теперь не крутой. Нет, здесь нет тайника. Ну хорошо. Замес будет, да? Он палку взял. А почему я палки не беру? Там дубинки не делаю из железок. Как так-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё думал? Я с тобой буду в мультики играть. Хотя про какие мультики? В сказочки? В карточки? Да блин, в эти... Как они? В настолочки играть? Вот про что я хотел сказать. В игры играть. Вот что я хотел. Ну все, профухукал. Прыжок. Есть. Смотри, сколько у меня ХП. Черт, меня поймали. Давай, 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 давай. Ух, успел. Ай-яй-яй. Удар последний есть. Фух, фух. Но это еще не все, ты погляди. Гренадер один спустился. Но с гренадером-то я должен расправиться, правильно же? Мать мне. И уворот, 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 быстренько. Что это за штука? Похоже, механизму лифта не хватает реликтов. Нек, ты не мог бы снова его запустить? Мисс Б, смотри. Смотри, учись. Только сейчас, минуточку, я тут кое-что проверю. А, нет ли тут тайничков? Хотя вроде ничего тут такого-то и нету. Запускаем эту штуку. Запустил вентиляцию. Давайте поднимемся на второй этаж. А, нет. Мы спускаемся на минус второй этаж. Чувачки, глава 5, часть 2, в глубине. Все, вот этих сейчас вышибаю и завязываем. Бах! Мимо! Я маленький и уворотливый. Ну что, мы продолжим спускаться в глубины этой шахты в следующей серии. Если тебе понравилось и ты хотел бы увидеть продолжение, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, подписаться на Яндекс.Дзен, ссылочки будут в описании. Ну и ждать нового выпуска, ну или другой игры. Так что увидимся в следующем ролике. До встречи!